Наконец-то Артему удалось добиться свидания с девушкой. И у него осталось совсем мало времени, чтобы приготовиться. Приготовиться? А что, к свиданию нужно готовиться? Конечно. Цветы, конфеты, столик в ресторане. И тебе не помешало бы принять душ и одеться по-человечески, хоть пиджак накинь. Да, когда же я все успею? И где же взять на все это деньги? Вопрос к молодым. Где Артем возьмет денег? Первое. Ограбит банк. Второе. Пойдет просить милостыню. И третье. Распечатает. Выбирайте. Первое. Третье. Третье. Распечатай. Ну ладно, пойду распечатаю денег. Так, ну хорошо, деньги есть, теперь, наверное, нужно заказать столик в ресторане. В каком же ресторане заказать столик? Вопрос к молодым. Какой ресторан позвонит Артем? Первое. Французский ресторан «La Chantelle». Второе. Итальянский «El Saler de Can Roca». И третье. Всенародный «Макдональдс». «Макдональдс». Итак, французский ресторан «La Chantelle». Так, ладно, позвоним во французский ресторан. Алло? Да, привет. Я хотел бы заказать у вас столик. Подскажите, сколько это будет стоить? Сколько? Ого! Нет, ладно, пойду в «Макдональдс». Алло? Артем, привет. Мне придется уехать раньше, чем я планировала. Давай встретимся чуть пораньше. Ну, через 15 заходи за мной. Через 15 минут? Ну, душ я принять точно не успею. Придется воспользоваться духами из маминого шкафа. Вопрос к молодым. Какие духи выберет Артем? Первое. Шанель номер 5. Второе. Красная Москва. И третье. Живанши. Красная Москва. Ладно, хорошо, возьму красную Москву. Отлично, кажется, все хорошо. Так. Ну, тогда я пойду и позвоню Вике, чтобы она уже подходила к Макдональдсу, чтобы не тратить зря время.